Никто не может гарантировать того, что он не будет болеть, и тем более, когда болезнь абсолютно неизвестная, новая, и никто не знает, на кого она перекинется. Вот. Опасаюсь ли я? Да, опасаюсь. Предпринимаю ли я действия по сохранению жизни там, себя и своих животных? Да, постоянно. Мы постоянно прививаемся, и я, и вся моя семья уже там, на протяжении 15 лет постоянно прививаемся от гриппа. Еще до начала зимы, и я всем рекомендую это делать. А что касается животных, то точно так же следим за нашими животными. Ведь ветеринары постоянно проводят профилактические работы, потому что ну, это очень важно, это здоровье и тебя, и зрителя, и твоих животных, естественно. Вот, поэтому боюсь ли я? Ну да, можно сказать, что я боюсь, я нормальный человек.